Российские врачи смогут получить инвалидность из-за коронавируса. Министерство труда расширило ранее изданный приказ о подряде причин установления инвалидности. Согласно ему, теперь ее смогут получить врачи или медработники, перенесшие коронавирус. Инвалидность могут получить медики, которые перенесли ковид, и он вызвал у них какие-либо осложнения. В список входят врачи, средний и младший медперсонал и водители машин скорой помощи. Заболевшим на работе медикам необходимо подтвердить факт перенесения инфекции с помощью лабораторных тестов. Также можно обратиться в специальную медкомиссию.